Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Именно так начинается практически каждое мое видео, и это не исключение. Хочу объявить о том, что я участвую в Shorts Gaming Challenge, и хочу пригласить вас. Создавайте короткие видео вместе со мной на YouTube и делайте ремиксы с моих фраз из видео и всего остального. Это можно делать прямо в проигрывателе Shorts. Ничего сложного, нужно нажать всего пару кнопок. А как только сделаете видео, загружайте его на свой канал, добавляя хэштеги Неркин Shorts и Shorts Gaming Challenge. А я покажу вам парочку интересных фактов. Медведь в Майнкрафте появился неспроста. Жена Джеба очень просила добавить их в игру, и после рождения сына, которого зовут Бьорн из шведского «Медведь», он все же их добавил. В Java-версии 89% скелетов держат лук в правой руке, а 11% в левой. Это отражает приблизительный процент ведущих рук в реальном мире. Говорят, что существуют и скелеты-амбидекстеры, но точных доказательств нету. Создавайте свои короткие видео, а я буду их оценивать. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся!